той программы, основой которой я рассказывал на прошлом заседании Совета Федерации. Действующим законом в эти нормы, не создавая для нас фактически невыполнимые обязательства. С точки зрения денежного содержания военнослужащих. У нас такой проблемы на сегодняшний день не существует. Другой вопрос, что, знаете, это вопрос Думы и вопрос президента. До тех пор, пока мне поручено исполнять обязанности председателя правительства, правительство будет исполнять свою работу так, как положено это делать. Спасибо. Спасибо. Это было бы безумие распускать сейчас Думу. И так политический кризис имеется правительственный. Нам что, добавить надо еще одну радость к себе на рану? Я думаю, что любой здравомыслящий человек не может сегодня усугублять обстановку. Если вы слышали сегодня вопросы из зала утром и Кириенко, которые задавали, то ведь это звучало боль народа, боль, которую переживает каждый регион, понимает и ждет спокойного решения этих вопросов. Я думаю, вот на такой взвешенной, обоснованной, уважительной волне и к Государственной Думе, и к фракциям, и к политическим партиям, и к Совету Федерации, и к другим ветвям власти, и надо закончить решение этого вопроса.